Работа в СМИ, несмотря на кажущуюся простоту, все же является тяжелым занятием. Тем более для тех, кто трудился в национальных СМИ в непростые годы, в годы становления республики. Многие из них достойно продолжают служить выбранной профессии и по сей день. Среди них Гулот Забисова. На протяжении полувека она успешно справляется со своими обязанностями. Свой путь в СМИ она начала с работы в типографии. Филологом факультет ахаркутун мавадов тауди фасау меканат изара хаяд кохаркутта исват гама наменге куска кутта испер типография мама рбакутта мамад мавдам бакутта кусема хофта хаум асп инсаниста кусту основну ма хаудуни ма райдетун кусен сте цускай кабинет дарья костун кем карик дарей кем баварстун из мекостен мехоре костен баварстун у меня мы юхте факут той типография краской ну ахурене тафтам чиано кора уйдбдам изин тайну вот зенис. В 2004 году Гулот Забисова перешла в газету «Хурзарин». С тех пор, около 17 лет, она преданно трудится на должности ответственного секретаря. Работа моя трудная, ведь я ответственна за каждую букву перед читателями. Но благодарна судьбе, что попала именно в этот коллектив, говорит она. Тенхурс коллектив на ним. Авто. Энгум коллектив. Вот има кометари гадмазага. Иснам фалтар журналист дадар. Мене взэнк тадар намиз. من کد خیسترن ریدکتورن خیچوا دراز پارلمان درازوی گازیت کستن جواب داده افته منن تا من خسو گازیت کشت دراز جواب دادون گازیت کستن. Она не только успешно справляется со своими профессиональными обязанностями, но всегда в любой ситуации готова прийти на помощь коллегам. Хороший друг и наставник. За столько лет работы она зарекомендовала себя с лучшей стороны. Газета техника, он фален за надо старить тара разных мехвизных гиса его дары ставивах читал. Абон хурзерни читарить таркуса удунай алкамендар. Алкамендар и кутарит тар мене мода занаги ахвафта. Ю нагади мог дар кум афта мазага, амак фатихса, вад гулу эфарс мене бала, зан кам зихан хасай, кам истак хасай, хафта юзардион, у ем гертал дар, хафта юзардион лестам нахадаг дар. Эстай кутал ма курса, вад кат я хас фессин нав, вад тар каттар тана фесс информаси тадар, амма раса гя биратайн дал каттар навэнс хуздарит тана. Сегодня коллектив газеты «Хурзарин» пополнили молодые кадры. А это значит, что работы у Гулот Георгиевны прибавилось. Опыт работы, знания необходимо передавать поколениям. Алена Утаева, Фатима Чочиева, Арнольд Харибов, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.